Родственники актера Алексея Осипова опознали его тело. Напомним, погибшего мужчину нашли в Финском заливе возле дамбы в районе Ломоносова. Актер, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Бедная Настя», пропал 13 февраля этого года. Он со своей знакомой отправился гулять по льду в районе Кронштадта. Женщина замерзла, вернулась в машину, а Алексея Осипова, который продолжил прогулку, на берегу так и не смогли дождаться. И вот спустя 5 месяцев тело в Финском заливе обнаружила гражданка Финляндии, когда каталась на яхте. Сегодня прошло опознание, родные подтвердили, погибший действительно Алексей Осипов.